пить? Давай. Конечно. Спасибо. Юнаки лефти газ уфанди ашилем. Юнаки хуля басты в хасилен кен. Юнаки фан лянос ды кати дону лев. Инамен. Я воспитывала свою мечту 21 год. День в день. Минута в минуту. Это внутренняя борьба. Я просто не дам ей не сбыться. Она, по-моему, в анкете написала, что она не знает иностранных языков, а это все там по транслитерированному тексту. Потому что я не знаю ни французского, ни английского, я все это учу, это долгое, и большой, и тяжелый кусок работы. Ну, в общем-то, профнепригодный внешний человек, профнепригодный. Ну, я считаю, что я эффектно выгляжу. Как вы ее подбадривали сегодня утром перед тем, как приехать? Хорошо, она очень самоуверенная, она очень целеустремленная, так что все будет хорошо. Честно сказать, я сейчас слезы сдерживаю, но это слезы уверенной в себе девушки. Неожиданный ответ. Нет. Жизнь продолжается. А я не верю. Я думаю, что да. Не знаю. Сейчас. Может, стоит задуматься над тем, чтобы уже не питать каких-то иллюзий, заняться другим делом, не тратить свои нервы на вот такое. Я готова тратить всю жизнь. Вот такой. Меня эта камера еще не раз видит. Я просто уверена, я больше другого не допускаю, выхода другого. Все. Ми двоє дежавю. Наталія та Анна. Ми вирішили прийняти участь у кастингу «Фабрика зірок 3», тому що ми дійсно не уявляємо своє життя без сцени. Ми на сцені не граємо, ми на сцені живемо. This ain't song for a broken hearted. No silent, no prayer for the face departed. I'm gonna be just a place in the ground. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Це від природи, щирі українки. Нас дійсно вроді справжні, дійсно від природи. Нам природа так дала такі форми. It's my life, my sun of never. I'm gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Знаєте, ми дійсно хочемо так справити на нього враження, що він, в нього навіть думки такої не було, щоб розділити нас. От ми, як є одна половинка, що в нього одна не... Одна сила. Так. Я знаю, що ви хочете піти тільки в дуеті. Що ви пили так всю сознательну життя. Але зараз вам предстоит зробити вибір. Меладзе вирішив випробувати на міцність не лише дует Наталії Ганни, але і їхню дружбу. Наталію. Наталія. Вы должны сейчас решить, вы остаетесь в дуэте и не проходите во второй тур, или попробуете силы свои сольно. Яке ж рішення прийме дівчина? Що обере, дружбу чи кар'єру? Дивіться далі. Если бы вы сейчас были на месте на Наташи, вы бы как поступили? Наверное, так же. С ролью героя-любовника справитесь? Можете потрогать мою грудь? Ваши... Темные глаза мне не дают покоя с первых дней. Ты мужчина, и я уверен совершенно, что ты способен держать удар. Не прошу. Нет. Редкостный дар у вас, по большому счету. А я, тупица, скучаю. У вас есть одна песня, которая сейчас решит. Переходите вы во второй тур. Всех двух дней человек мне не понравился больше всех. Обычная история, прощай, пока. Я буду на фабрике. Алло, успокойся, я буду на фабрике. Конечно, я не понял. У вас нет никаких шансов
вот на сегодняшний день попасть в третий тур. Слушай, а почему, как думаешь? Без комментариев. Он пустой.